Здравствуйте, меня зовут Ольга Макарова. Сегодня мы находимся на Сарпинском речном острове, который принято считать самым большим в Европе. Он находится между двумя рукавами Волги, но тем не менее считается частью Волгограда. Какие хорошие события происходят в жизни островитян, узнаем прямо сейчас. Ко мне на лето приезжают внуки периодически. Меня это очень радует. Помогают девчата по хозяйству. Одна занимается у меня хореографией, другая художник, ходит в художественную школу, ездит в город. Так что картины пишут, танцуют. У меня собачка маленькая, котик есть маленький. Вот. Ну, пока ничего нет, я здесь новосел. Нас радуют внуки наши и дети, у них все нормально. И правнуки, правнуки. Вот. У меня один вот два года, один скоро родится еще. И что у нас войны нет, как в Киеве, не дай бог, не приведи Господь. Да, вот этот радует нас, да, что войны нет. На удочку сазанчик, карасик, красноперка какая. На удочку себе поймаем и нормально. И мы с рыбой. Я заканчиваю институт. Кем будете? Инженер садового парка ландшафтного строительства. На флоте уже 30-й год работаю. Так что я всю жизнь на воде. Любите свою работу? Ну, как сказать. Ну, а платят. А куда денешься? Приходится любить. Мы приехали из Узбекистана. Нам нравится Россия. На этом пока все. Все выпуски хороших новостей смотрите на сайте телекомпании «Ахтуба». До встречи!